Проснитесь и пойте, мистер Фриман. Проснитесь и пойте. Нет, я не хочу сказать, что вы спите на работе. Никто не заслуживает отдыха больше вашего. И все усилия мира пропали бы даром, пока, скажем просто, что вас час снова пробил. Нужный человек не в том месте может перевернуть мир. Так проснитесь же, мистер Фриман. Проснитесь, вас снова ждут великие дела. Я не заметил, как ты сел. Возможно, мы встретимся позже. Ну, вот и конец линии. Добро пожаловать! Добро пожаловать в Сити 17. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити 17, что решил разместить свое правительство здесь. Цитадели, столь заботливо предоставленной нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити 17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь? Или же вас ждут неизвестные дали? Добро пожаловать в Сити 17. Здесь безопасно. Первое предупреждение, отойди. Добро пожаловать! Добро пожаловать в Сити 17. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити 17, что решил разместить свое правительство здесь, в цитадели, столь заботливо предоставленной нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити 17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь? Или же вас ждут неизвестные дали? Добро пожаловать в Сити 17. Здесь безопасно. Остановил наш поезд в лесу, и моего мужа увели на допрос. Они сказали, что он приедет на следующем поезде. Не знаю, когда это было. Хорошо, что они разрешили мне его подождать. Добро пожаловать! Добро пожаловать в Сити 17. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения прекрати. О Сити 17, что решил разместить свое правительство здесь. Хватит! В цитадели, столь заботливо предоставленной нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити 17 своим домом. Достаточно. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь? Или же вас ждут неизвестные дали? Добро пожаловать в Сити 17. Здесь безопасно. Постойте. Куда вы меня ведете? Я? Проходи. Двигай. Убирайся. Сити 17.
Сами вы его выбрали или его выбрали за вас, это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити-17, что решил разместить свое правительство здесь. В цитадели, столь заботливо предоставленной нашими покровителями. Какая-то ошибка. У меня обычный миграционный билет, как у всех. Контроль никаких следов 647Е. Нужен тебе пиво. Гордон, это я, Барни из Черной Мезы. Прости, что напугал. Я разыгрывал представление перед камерами. Я работаю на ГО для прикрытия. Надо побыстрее, а то возникнут подозрения. Я же никогда не выполню норму избиений. Да, Барни, в чем дело? Я занят важной проверкой. Извини, док, но посмотри, как кто здесь. Боже мой, Гордон Фриман, как неожиданно. Я тоже не ожидал, док. Он чуть не сел на экспресс до Нового проспект. Ну, Барни, и что ты предлагаешь? Я думаю. Тут где-то была Алекс. Может, она придумает, как его сюда доставить. Если он будет держаться подальше от постов, все будет в порядке. Слушай, мне надо идти. Мы и так сильно рискуем. Хорошо. Гордон, рад тебя видеть. Ладно, Гордон. Тебе придется идти до лаборатории доктора Кляйнера самому. О, черт. Этого я и боялся. Давай сюда, Гордон, пока ты меня не засветил. Поставь ящик, чтобы выбраться через окно. И иди на площадь. Я тебя позже найду. Позвольте мне зачитать письмо, которое я получил. Уважаемый доктор Бриш, я сказал, положи ее в мусор. Альянс подавляет наш цикл. Порядок можешь идти. Наш обеспокоенный гражданин. Спасибо за письмо. Докладываю гражданин непризнанным добровольной общественной службе. Номер СТ 94322. Физических потребностей, надежды. Возможно, жить назад немедленно. За будущее вида. Я чувствую и несколько невысказанных вопросов. Знают ли наши покровители, что для нас лучше? Что дает им право принимать такие решения за человечество? Отключат ли они когда-нибудь поле подавления и позволят ли нам размножаться? Чем отвечать на каждый вопрос? Позвольте мне разрешить сомнения, лежащие в основе вашего беспокойства. Сначала давайте рассмотрим тот факт, что очередь начинается с конца. Мы стоим на пороге бессмертия. Этот факт влечет за собой далеко идущие выводы. Он требует полного пересмотра наших генетических потребностей. Он требует планирования и обдумывания, что идет вразрез с нашими психологическими установками. В такое время необходимо, может быть, напомнить себе, что наш истинный враг – это инстинкт. Инстинкты воспитывали нас, когда мы только становились. Инстинкты предупреждали нас и оберегали нас в те тяжелые годы, когда мы делали первые орудия, готовили скудную пищу на костре и вздрагивали от теней, скачущих на стенах пещер. Но инстинкт неотделим от своего двойника – суеверия. Инстинкт неразрывно связан с необдуманными импульсами, и теперь мы видим его истинную природу. Но инстинкт знает о своей бесполезности, и как загнанный в угол зверь ни за что не сдастся без кровавого боя. Он может нанести человечеству смертельную рану.
Инстинкт создает своих тиранов и приказывает нам восставать против них. Он говорит нам, что неизвестное — это угроза, а не возможность. Инстинкт хитро и незаметно уводит нас с пути изменений и прогресса. Поэтому инстинкт должен быть подавлен. С ним нужно нещадно бороться, начиная с основной потребности человека — потребности в размножении. Мы должны благодарить покровителей за помощь в борьбе с этой всепоглощающей силой. Нажав на переключатель, они изгнали наших демонов. Они дали нам силы и движения, и сами не могли найти, чтобы справиться с этой манией. Они указали нам цель. Они помогли нам обратить взоры к звездам. Я уверяю вас, подавляющее поле будет снято в тот день, когда мы овладеем собой, когда мы докажем, что больше в нем не нуждаемся. И этот день превращения, по сведениям из надежного источника, недалек. Позвольте мне зачитать письмо, которое я получил. Уважаемый... Выдаю предписание о неповиновении. Почему Альянс подавляет наш цикл размножения? Хочешь в участок? Обеспокоенный гражданин. Спасибо за письмо, гражданин. Конечно, ваш вопрос касается вас. От наблюдателя еще поступает 647Е. Полный порядок. Еще поступает 6-4. Чисто, отбой по 647 и 10-1-0-7. Проходи. Сканер. Двигайся. Вас понял. Проходи. Вот так всегда. Сначала здание, затем весь квартал. Зачем им сюда приходить? Не беспокойся, они найдут причину.
Хочешь в участок? Готов пресечь нарушение. Последнее предупреждение. Первое предупреждение. Отойти. Я больше не могу. Все будет хорошо. Что же нам делать? Чем отвечать на каждый невысказанный вопрос? Позвольте мне разрешить сомнения, лежащие в основе вашего беспокойства. Сначала давайте посмотрим тот факт, что впервые в истории мы стоим на пороге. Возможно, нарушили порядка третьего уровня. Вниманию жителей, замечено отклонение численности. Сотрудничество с отрядом ГО награждается полным пенсионом. Рассматриваю 10107. Будьте информированы. Назад. Эй, ты! Сюда! Быстро на крышу! Нельзя терять ни минуты! А вот они! Помоги! Внимание всем гражданам жилого квартала! Занять места для инспекции! Возможно, здесь 404. Транзитный район 3. Объект подходит к ориентировке. Внимание всем гражданам жилого квартала! Занять... Полагаю, ты Фриман? Внимание. Неопознанное... Нам надо спешить. Комбайнов может и трудно раскачать. Но если уж это сделать, лучше им на глаза не попадаться. Доктор Кляйнер сказал, что ты пойдешь этой дорогой.
Кажется, он не подумал о том, что у тебя нет карты. Я Алекс Венс. Мой отец работал с тобой в Черной Мезе. Хотя я уверена, что ты меня не помнишь. Да, неразговорчивый. Помнишь его по Черной Мезе? Старого администратора? Хм, только не упоминай имя доктора Брина при отце. Сюда.